Всем привет, дорогие мои! Мне хотелось бы сделать минуточку благодарности от всех женщин, я думаю, не только женщин, но особенно женщин всей Украины, мужчине, который сегодня выполняет роль психотерапевта всеукраинского, Нострадамуса и, конечно же, Деда Панаса, который читал сказки детям на ночь и успокаивал их от дневных каких-то проблем. Это, конечно же, Алексей Арестович, мой краш, как говорят малолетки, и кумир всех женщин за 30. Говорят, что молодые и не очень волчицы получили теперь нового кумира. Алексей, спасибо вам большое, потому что я слушаю вас утром, чтобы проснуться с надеждой, днем, чтобы успокоиться от прочитанных новостей, конечно же, вечером, чтобы спокойнее. Ваши сообщения для людей, которые не разбираются в технике ведения войны, вкупе с вашим убаюкивающим просто голосом, вселяет на спокойствие, надежду и, конечно же, веру в победу. Поэтому хочу вас поблагодарить и сказать, что я обещаю, что после войны, когда она закончится нашей безоговорочной победой, я обещаю поставлять к вашим столу свой козий сыр, сделанный мною собственноручно всю жизнь до конца своих дней. Поэтому каждую неделю буду присылать вам пару головок к вашему столу в благодарность за то, что в такой тяжелый час вы поддерживаете меня и миллионы людей, которые успокаиваются благодаря вам. Спасибо.